беспроводная клавиатура с тонким профилем. Сегодня познакомимся с клавиатурой Oclick 870S. Начинаем с комплекта. Беспроводная клавиатура, USB-ресивер, две батарейки стандарта 3А и документация. Смотрим на клавиатуру. Это полноразмерная модель с цифровым блоком на 104 клавиши. Сами кнопки плоские и с низким профилем. Поэтому по ощущениям от работы она схожа с клавиатурой ноутбука. В качестве механизма используется мембрана с ресурсом 10 миллионов нажатий. Кроме того, клавиатура не боится брызг воды. Смотрим на тыльную часть. Тут расположились противоскользящие ножки и отсек для батареек. Регулируемых ножек нет, так что настроить наклон не выйдет. И как несложно догадаться, для подключения к компьютеру нужен комплектный USB-передатчик. Радиус действия 10 метров. Подведем итоги. Эта модель подходит любителям клавиатур островного типа, которые чаще встречаются в ноутбуках. В остальном это обычная полноразмерная модель, если не считать защиту от брызг и нерегулируемый наклон.